Всем привет! Вы смотрите видео о главных ребалансах оперативников калибра. Уже скоро выйдет обновление 0.20.0, в котором мы усилили некоторых бойцов, которые в этом сильно нуждались, и ослабили тех, чьи показатели процента побед уходили в небо. С выходом обновления сильнее станет штурмовик «Волк» из коллекции «Вымпел». Многие игроки использовали на этом оперативнике навык «Хороший отдых», когда тот работал неправильно. Мы это заметили и решили переделать способность «Волка». Железный хват больше не будет замедлять оперативника, а улучшение 12.2 позволит убрать запрет на рывок. Уверены, старичок вернется в строй и топы штурмовиков. Самый крепкий оперативник станет еще крепче. Способность «Заслон» теперь может действовать бесконечно, до тех пор, пока ее не выключит игрок, или на алмазы не начнет действовать эффект Эми. Щит будет регенерироваться за счет очков выносливости, но только тогда, когда оперативник не получает урон. Коротко о паре медиков, на которых вам точно стоит обратить внимание. Дед теперь будет лечить чаще. С активным улучшением 8.2 скорость восстановления способности лечения снижена с 15 до 7 секунд. А это больше, чем в 2 раза. У коваля тоже снизится скорость восстановления способности с 14 до 10 секунд. При применении Шива на себя коваль будет восстанавливать на 5 здоровья больше, а при применении на союзника тот будет получать на 20 больше брони. Раньше было всего 10. Мало кто замечал, что арчер не замедляется при стрельбе с использованием сошек, а в обновлении 0.20.0 при их применении еще будет увеличиваться скорострельность основного оружия и скорость перезарядки. Фортресс – завсегдатый списка запрещенных оперативников в рангах, с ней точно надо было что-то делать. Мины теперь будут детонировать с задержкой в полсекунды, можно на них наступить и успеть выйти из зоны поражения до детонации. Сама оперативница будет медленнее и лишится 10 базовых очков здоровья. У основного оружия заметно вырос разброс, горизонтальный на 50% и вертикальный на 15%. Но пистолет станет немного полезнее, урон в голову и тело повысится. У ее коллеги по коллекции, медика Боунс, ослабится бронепробиваемость основного оружия, но так же, как и у Фортресс, усилится пистолет. Боевую мощь мы снизили, но улучшили робота Бадди, увеличили прочность почти в 2 раза и улучшили базовые навыки лечения. Способность снайпера Аваланш из CST слишком быстро восстанавливалась. Больше этого не будет, скорость восстановления увеличена до 33 секунд без улучшений. Мустанги могут спать спокойно. Рекрут-штурмовик, Штерн, Спутник, Один и Джоу. Что их объединяет? Очень много взрывов. Теперь эти оперативники со спецсредством в руках не смогут сделать рывок и будут замедлены на 25%. А на этом все. Полный список изменений читайте в патчноуте, который выйдет в день установки обновления. До встречи!